Доброе утро, Раиса Степановна. Доброе утро, Березовская. Заявление вам принесла. Передадите декану, пожалуйста. Давай, что тут у тебя? Так. Чего это удумала? Последний курс остался. Да, ну, просто у меня есть молодой человек. Замуж, что ли, собралась? Ну, пока что нет. Но хочу работать и параллельно учиться. Надо как-то на ноги становиться. Передадите? Ясно. Значит, жених не олигарх. Передам, передам, не волнуйся. Спасибо. Ой, Березовская. Так. Я опоздала всего на 5 минут, Жанна Викторовна. Вы извините, что так получилось. Мне очень жаль. Знаю я эти 5 минут. Настя, ну кому ты рассказываешь? Значит так, о премии можешь забыть. Если еще раз такое повторится, будешь уволена. Я тебя предупредил. Все, свободно. Извините, можно? А по какому вопросу? Я там прочитала объявление о работе. Ты плохо слышишь? Свободно? У вас опыт работы есть? Вообще-то нет, но я быстро учусь. И я могу быть продавцом или кассиром. Все вы так говорите. А чего именно к нам пришла? Мне название ваше понравилось. Корзина для счастья. Да, название многообещающее. Кстати, я придумала. Ну, садись, рассказывай о себе. Обратите внимание, 5-летка, но пробег всего 60 тысяч. Ни разу не битая, хранилась в теплом гараже. Ну, очень хорошая лошадка. Салон кожаный, чистенький. Аудиосистема просто отличная, ну... Не понял. Мультируль. Привет. Ты чего здесь? Извини, не клиент, я не могу. Ну что, нравится? Берем? Или что-нибудь еще показать? Думаю, не стоит. Есть о чем подумать. Будем очень рады снова видеть вас в нашем салоне. Благодарю. Два часа этого козла ублажал. Думать он будет. Ты чего пришла? А у меня хорошая новость. Меня взяли на работу. Подожди, а универ как? Я все равно на заочку перевелась. Ну, и потом в нашем бюджете будет еще одна зарплата. Разве плохо? Да нет, кто говорит плохо. Просто мы не обсуждали. И, ну, если ты так решила... Да, я решила. Хорошо. Сережа, завтра уже можно выходить. Супермаркет «Корзина для счастья». Ничего да, себе. Продавец-консультант. Ну, это пока что. Получу диплом, а там посмотрим. Хорошо. А машина действительно классная. Да, я его вообще не понимаю, если честно. А можно посидеть? Давай. У нас тоже такая когда-нибудь будет? Посмотрим. Ой! Смотри, куда едешь, идиот! Простите. Ты знаешь, сколько этот костюм стоит? Жанка. Катунина, привет. Боря? Да, прости, ради бога. Савицкий. Да ладно, ничего. Сколько же мы с тобой не виделись? Слушай, я не помню. А я помню. С выпускного вечера. Ну да. А я у наших про тебя спрашивала, а никто ничего.
А я же уехал в Лондон просто. Вот, учился там в бизнес-школе. Лондон. Как круто. Слушай, ну, раз такое дело, угости бывшую одноклассницу кофе. Конечно. Этот-то ты уже... Да, давай это выбросим. Пойдем. Извини еще раз. Ну, я привык, что в Лондоне почти везде есть велосипедные дорожки. Вот. Ну, прости меня. Ничего страшного, просто с тебя новый костюм. Сурово. Ладно, я шучу. Лучше расскажи, как там в Лондоне. В Лондоне дождливо. Кого-то из наших видела? Да, Иру Самохину, помнишь? Ага. Третьего родила. Ого, умничка. Мишка Янсен. Помощником депутата стал. Mm-hmm. Ну, кто бы мог подумать. А, Кузовков. Кузовков женился на модели, прикинь. Да ладно. Да? Ну, а ты как? Не окольцевался еще? А я? Ну, я что-то с этим вопросом не спешу. Ну, правильно. Я тоже так считаю, что карьера превыше всего, да? Ну, типа того, да. Ну, а ты же уже чем занимаешься? А Жужа теперь директор по персоналу в папиной фирме. Ух ты. Он недавно супермаркет большой открыл. Вот, собираемся расширяться. И-и-и. Круто. Слушай, Савицкий, а ты-то себе работу нашел? Ну, пока не нашел, но есть пару предложений, я вот думаю. Ну, так иди к нам. Нам толковые, порядочные люди вот как нужны. Че, ты решила, что я толковый и порядочный? Нет, ну правда, я уже полгода ищу коммерческого директора, нормального найти не могу. Mm. Давай прямо сейчас пойдем. Тут недалеко. Я тебя с папой познакомлю, он как раз такие вопросы решает. Ну, ты должен его помнить. Да я-то помню, ну что, прямо сейчас? Ну, что тянуть? Правда... Лук у тебя, ну, непрезентабельный. Но главное, что вот здесь вот. Значит, бизнес-школу окончили. В Лондоне, пап, представляешь, как здорово. Боря завтра диплом принесет. Ну, это хорошо. Борис? Петрович. Петрович. Борис. Ну, а в ритейл-бизнесе вы разбираетесь, Борис Петрович? Ну, закупка, продажа, логистика. Я не могу сказать, что я профи в ритейл-технологиях, но мне было бы интересно разобраться. Базовые законы бизнеса, они везде едины, правда? Я думаю, что смогу достаточно быстро вникнуть в вашу специфику. Сама уверена. Но это хорошо. Видите ли, Борис Петрович, в последнее время в нашей компании возникли серьезные проблемы. Падают продажи, а следовательно и прибыль. Одним словом, мы поменяли ни одного коммерческого директора, но это все не то. Нет. Попадались, конечно, и опытные люди, но все как-то без фишки, что ли. Изюминки, если можно так сказать. Угу. Да. Ясно. А вы, значит, любите изюм? Я люблю неординарных людей. Вы такой? Это не мне судить. Ну что, рискнуть, а? Потяньте. Ну, пока на испытательный срок, понятное дело. Ну, давайте попробуем. Ну, смотря на каких условиях. Вот как? А это уже предметный разговор. Так. Фух, ну все очень хорошо складывается. Меня пока что взяли только продавцом, но директор по персоналу, когда узнала, что я заканчиваю торгово-экономический, сказала, что в перспективе я могу быть
начальником отдела или администратором. Ну что, давай за то, чтобы наши желания сбывались. Да. Сереж, я молодец? Конечно, молодец. Правда, молодец. Когда мы уже с тобой подадим заявление? Лик, ну какое заявление? Может, просто распишемся и все? Я не хочу, чтобы мы просто расписались. Я хочу, чтобы у нас была идеальная свадьба. С хлопушками, блин, лимузином, китайскими фонариками. Заработаем на нее и сразу подадим заявление. Ты кого-то ждешь? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто, девушка? А в чем, собственно, дело? Если вы от хозяйки, то мы квартплату не задерживаем. О, Сережа, вот именно ты мне и нужен. Сил моих больше нет. Я же не понимаю, кто эта женщина? Теща его бывшая, вот сынка ему привела. А то хорошо устроились. Ирка за границу с каким-то арабом подалась. На меня дитё бросила. Отец родной новую себе завел, на бабка воспитывая. Мне здоровье, сердце, давление скачет. Скоро помру. Так что, пока Ирка не вернется, забирай. Минуточку, что значит забирай? Суд присудил ребенка матери. Все вопросы к вашей Ирине. Мы теперь абсолютно чужие люди в официальном разводе. Извините. Это твой сын? А чей же? Вот на, читай. Артем Сергеевич Мальцев. Почему ты мне ничего не рассказывал? Вы тут выясняйте, кто кому что рассказывал. А я пошла. Вещи тут, документы там. Все. Горешка ты моя, мой. Мальчик мой. Ты прости меня, бабушку. Слушайся отца и вот эту непонятно кто. Я пошла. Я писать хочу. Пойдем. А ты помнишь, как мы выпускной справляли? Угу. Танцевали до упаду. Рассвет еще встречали. Да. Ты меня еще домой пошел провожать. И тогда так сильно ногу натерл. А ты, между прочим, на выпускной идти не хотел. Это я тебя вытащила, помнишь? Помню. Ты меня чуть ли не за руку тащила. Да. Теперь ты на работу сам будешь ходить? Или тебе опять помощь нужна? Ну, не знаю. Слушай, разберемся. Да. Как случайная встреча может так резко крутануть жизнь, да? Угу. Бывают разные. Слушай, а твой папа молодец. Только я его совсем не помню. Мной мама в основном занималась. А. На родительские собрания ходила, с учителями договаривалась. Ну, 3 года назад она умерла. Прости. Маму помню твою. Такая энергичная женщина. А папа постоянно работал. Сначала в министерстве, потом бизнес этот. Меня устроил. Я филфак закончила, факультет невест. Ладно. Я очень рада, что теперь ты работаешь с нами. Добро пожаловать в корзину для счастья. Кто знает, может, и ты свое счастье встретишь. Может, и встречу.
засыпай, поздно уже. А как тебя зовут? Меня зовут Анжелика. Можно просто Лика? Ты закрывай глазки, я пойду с твоим папой еще поговорю. Мама говорила, что он меня не любит. А ты будешь меня любить? Конечно. Рассказать тебе секрет? Расскажи, если хочешь. У меня сегодня выпал зуб. А если его положить под подушку, то завтра вместо его будет лежать конфеты. И зубная фея принесет. Только никому не говори. Обещаешь? Обещаю. Хорошо. Я с тобой конфетами поделюсь. Я не жадный. А ты любишь конфеты? Люблю. Спи. Знала, что я был женат. Я не скрывал этого. Да, я знала. Но то, что у тебя есть сын, ты не говорил. Ты говорил, что дети — это огромная ответственность, и что ты не готов. Да я вообще сомневаюсь, что он мой. Поэтому и не рассказывал. Я до сих пор честно плачу алименты. Несмотря на то, что мы расстались как раз потому, что она ходила направо и налево. Уж поверь, повод сомневаться есть. Сейчас это легко проверить. Тест ДНК называется. Я так и поступлю. Нашла меня, видишь ли. Сережа, этот мальчик думает, что ты его отец. И что ты его не любишь. Как спать теперь будем? На диване тебя постелю. Да-да. Боря, завтрак на столе, давай быстрее, а то остынет. Мамуль, не стоило беспокоиться, я сам привык за собой ухаживать. Кстати, я хочу снять квартиру. Я уже мальчик взрослый. Для мамы ты всегда останешься маленьким любимым мальчиком. Я всегда знала, что ты многого в жизни добьешься. Мам, я ничего еще не добился. Ты же вон стал большим начальником. Боря, ты что, вот так вот пойдешь на работу? Ну да. Мам, ты знаешь, что в продвинутом мире люди летом одеваются удобно? Да, я, кстати, поеду на работу на своем самокате. Не дури. На тебя подчиненные смотрят. Значит, как положено. Пиджак, галстук, Боречка. Ага, даже не подумаю. Всем вам хорошего дня. Ну, Борь! Мама! Боря! Сереж. Может, отпросишься все-таки на сегодня? Ну, не оставлять же ребенка одного дома. Лик, я не могу, у тебя же каникулы. Останься ты. Какие каникулы? Эй, я на работу устроилась, у меня сегодня первый рабочий день. Прикинь, забыл, прости, пожалуйста. Ну, я не знаю. А давай монетку бросим? Ты серьезно? Ну, а как еще этот спор решить? Орел я остаюсь, решка ты. Все честно. Я пошел. Сережа! Пока, нет, так. Ну подожди! Так. Я убежал.
Ты в садик ходишь? Зря. Говорят, там весело, интересно и много детей. Пошли туда. Я бы с удовольствием, но не получится. Надо оформлять много документов, справки всякие, неважно. Так, придется тебя с собой взять. Ура! А куда? Куда, куда? На работу. Только при одном условии. Не бегать, не баловаться и быть все время на виду, ясно? Молодец. Это тебе за зубной феи. Вкуснющие. Попробуй. От самой зубной феи? Спасибо. Ты что творишь, гад? Хочешь, чтобы нам еще один штраф лепили? Помочь, мужики? Куда нести? На склад. Новенький, что ли? Вместо Семена? А? А, ну тогда да разгрузи тот сам. Прояви прыть. Да, и форму Семена с гвоздика сними. Потому как у нас работа пыльная, того и гляди, рубашечку запачкаешь. Mm. Ну, что смотришь? Учись, пока я жив. Внимание, внимание. Так. А это твой отдел? В молочке разбираешься? Да, конечно. Ну, первые несколько дней, понятное дело, будешь вникать. Изучай этикетки, где какая жирность, где органика, где безлактозная. Чтобы на любой вопрос покупателя у тебя был заранее заготовленный ответ. Ты меня слушаешь? Да, конечно. Очень внимательно. Заранее заготовленные ответы. Да? И все это с милой лучезарной улыбкой. Мальчик, не мешай, пожалуйста. Иди к своей маме, она наверняка тебя уже ищет. Все понятно? Да. Ну, прекрасно. Тогда приступай. Удачи. Спасибо. Доброе утро. Ну, наконец-то. У вас, у англичан, принято приходить на работу ближе к обеду? А у вас в 10 утра уже обед? Я фигурально. Ой. Так, смотри на меня, опять кофе не выверну. Пойдем ко мне, я тебе тоже сделаю. С удовольствием. Отлично. Значит так, Боря, первые дни ознакомительные, потом пройдемся по офису, выйдем в зал, я тебе все покажу, познакомлюсь с коллективом. Хорошо. Ну, вообще-то у меня на сегодня другая идея. Прошу. Девушка? Девушка? Да. Какая тут дата изготовления? 23 число. А жирность какая? Здесь написано 15%. Ну а кто вообще завод-изготовитель? Это вообще хороший продукт? Да, одну секунду, я узнаю его сейчас. Извините, вы не видели здесь мальчика? Такой невысокого роста, с короткой стрижкой, в клетчатой рубашке. Спокойно. Сейчас мы найдем вашего мальчика. Давайте, вы посмотрите там, я пойду туда. Тихо. Это не ваш мальчик? Да нет, это же девочка. А это не ваш мальчик? Тёма, я же тебя просила никуда не уходить и все время быть на глазах. Спасибо вам большое. Извините, что оторвала вас от работы. Да вы не отвлекали. Я первый день сегодня. Правда? Я тоже. Пообещай мне больше никуда не уходить.
Просто здесь такие красивые конструкторы и машинки. Я таких никогда не видел. Купишь мне такие? У меня пока что нет денег. Спасибо вам еще раз. Да, нет, что. Девушка, я вас долго буду ждать? Да, конечно. Пойдемте. Ну, ты даешь, парень. Я бы до такого не додумался. Виктор Григорьевич, это не я придумал. Таким опытом уже давно пользуются за границей. Называется Undercover Chief. Шеф под прикрытием. Как ты говоришь, под прикрытием? Угу. Решил на собственной шкуре понять, чем дышит ваш магазин. Если вы, конечно, не против. Нет, напротив. Даже интересно. Что тут может быть интересно? Каждый должен заниматься своим делом. Детский сад какой-то. Боря, это несерьезно. Жанна, ты не совсем права. Меня в вашем магазине никто не знает. Со мной будут все откровенны. Я смогу понять, что не устраивает коллектив, почему такая текучка кадров. Окунусь, так сказать, в мир человеческого потребления. Да, молодец. Ну, просто молодец, Борис Петрович, и все. Креативно. А как долго собираешься окунаться еще? Ну, думаю, скоро выплыву. Недельку дадите. Давай, давай. Спасибо. Забавный парень. Только давай не при ребенке, а? Слушай, может, мне совсем съехать? Тут не спи, то не бери. У меня вообще-то футбол сегодня, я посмотреть хотел. Сереж, я тоже вся на нервах. Ну что делать? Завтра твоя очередь смотреть за Артемом. В смысле, ты хочешь, чтобы я его на работу взял? Ну я же взяла. Ну я не могу, я тебе говорил уже. Шеф хочет открывать новую площадку в другом районе. Собирается назначить меня директором. Я не могу рисковать. И, прости, не хочу. Я тоже не могу. Я как-то один день продержалась, но теперь больше точно не получится. Тёма, помой руки, иди кушать. У тебя есть номер этой Иры? Позвони ей, узнай, когда она возвращается. Лик, ты же прекрасно слышала. Она свалила за границу с каким-то козлом. Да и у меня номер 5-летней давности, может, у нее другой совсем. Просто позвони, тебе сложно? Я уже умылась. Молодец. Садись. Картошку с котлеткой будешь? Я все буду. Здоровье. Абонент не может и, собственно, не хочет. Классная у тебя мамка, прямо слов не подберу. Перестань. Ну а что перестань, ну действительно. Ребенка бросила. Сама куда-то завеялась. А если не нужен был, зачем рожать? Сережа! А кому теперь его кормить? Мне его кормить? Ты посмотри, какие мы. Ты доволен? Ребенок тут при чем? В чем он виноват? Да, интересный парень этот советский. Умный, с выдумкой. Спасибо, что порекомендовала. Будет из него толк, будет. Да, Боря мне еще со школы нравился. Вот как? Старая любовь, значит. Какая любовь, папа? Он только книжки свои любил, а на девчонок ноль внимания. Но мне кажется, что с того времени он вырос, да? Да, да. Самостоятельный мужчина. Только, мне кажется, долго он у нас не задержится. Ну, постажируется, опыта наберется, а потом его обязательно кто-нибудь переманит. Вот беда, только не знаю, чем его у нас тут заинтересовать или кем. Папа! А что папа? А что папа? Что папа? Ну, ты зачем его ругала, все его идеи? Зачем детским садом называла? Ну, пусть бы парень попробовал бы. А ты наоборот, поддержала бы его как-то, похвалила, посоветовала. Да-да-да-да-да, мужчина это ценит. Ну, а поругать-то мы его всегда успеем.
Садись, красавица. Поехали. Тёмочка, ну прости меня. Прости, что накричала на тебя. Я очень испугалась. Хочешь, я получу аванс и куплю тебе ту машинку? Не надо. Я никому не нужен, да? Ни маме, ни папе. Совсем никому. Ну, что такое говоришь? Как-то никому. Ты мне нужен? Ты красива и хороша. Возьмешь меня завтра с собой? Возьму. Боря! Борька, оставь, я сама все помою, уберу. Иди сюда. Посмотри, что я нашла. Смотри, это же ваш 5-й Б? Да. Какой важный. А взгляд? Да, серьезный мужчина, не по годам. Да, а где же Жанночка? Ой, вот это вот с косичками, да? Ну да. Какая хорошенькая. А ты помнишь, как вы вместе на выпускной вечер ходили? Ну да, конечно, помню. Интересно. Как она сейчас выглядит? Да как? Обычно. Две руки, две ноги, мам. Ну, пойду домой посуду. Подожди. А ты не знаешь, она сейчас замужем? Мам, что за вопросы такие, а? Мне кажется, это очень хорошая партия. Вы знакомы давно. Ты работаешь в компании ее отца. Ты все сказала, мам? Мам, ну что тебе, меня мало? Я просто очень хочу, чтобы ты был счастлив. И я хочу. Поэтому оставь этот вопрос мне. Пойду мыть посуду. В других маркетах работникам по домам развозят. Ну или хотя бы до метро, а у нас... Я за городом живу, понимаешь? Я пока домой добираюсь, я с ног валюсь. Я вчера пыталась в отпуск отпроситься. И? Говорю, у меня у ребенка каникулы, хочу отвезти на море оздоровиться. Угу. Жанка уперлась, говорит, у тебя отпуск по графику в феврале. И ни в какую. Работать, мол, некому. Ага, кто здесь будет работать с таким отношением? Привет. Привет. Никого сегодня не потеряла? Нет, подсобки рисует. Проверяла. А что ты его в сад не отдашь? С этим есть проблемы. Ну, как тебе здесь? Да пока не понял. А тебе? Нормально, девчонки приветливые. Правда, говорят, зарплату задерживают, но я не знаю, пока не получу. Лика. Да. А ты Борис. Ну да. Будем знакомы? Будем. В молочном отделе есть кто? Да. Чем могу вам помочь? Слышь, бро, а где у вас тут цветы продаются? Срочно надо. Ну, в конце зала есть вазоны, а живых цветов нет. Жесть. А чё ж вы корзины для счастья туда обозвались? Элементарных вещей нету. Ладно, где, говоришь, вазоны? В конце зала, давайте, я провожу вас. Привет, дружок. Здрасте. Держи витаминку. Спасибо. Смотри, что я нарисовал. Ух тышка. А сколько тебе лет, а? Я уже взрослый, 6. 6? Ну, это возраст, да.
А ты покатаешь меня на своем самокате? Ну, конечно. Конечно, покатаю. Ура! А когда? Это что такое? Почему ребенок в служебном помещении? Мальчик, ты чей? А ты что здесь делаешь? Я вот общаюсь с молодым человеком. Пойдем со мной, покажешь, с кем ты пришел. Погоди, Жанна, я знаю, с кем он пришел. Возможно, у девушки-продавца какие-то проблемы, она взяла с собой ребенка на работу. Что здесь такого? Все проблемы надо дома оставлять. Пойдем, мальчик. Пойдем, пойдем. Твой ребенок? Мой. Чтобы я его здесь видела первый и последний раз. Это ясно? Ясно. Больше не повторится. Сложилась безвыходная ситуация. И я... Как твоя фамилия, напомни? Березовская. Минус 10% от премии. Может, не стоит принимать такие жесткие меры? Жанна Викторовна. Должность адвоката в нашей компании не предусмотрена, Борис Петрович. Чумочка, солнышко, не расстраивайся. Ты ни в чем не виноват. Тук-тук, не помешаю? Нет, конечно. Заходи, присаживайся. Ну что, закончил свой экспериментальный тур по торговому залу? На сегодня, да. Ну вот отлично. Слушай, может быть, поедем куда-нибудь, оторвемся? Сейчас столько прикольных заведений открылось. Я по натуре домосед. Я, честно говоря, не люблю отрываться. Ну хорошо. Поехали тогда ко мне. Я недавно ремонт сделала, посмотришь, как я живу. Ну, как-то обязательно посмотрю ремонт, но в другой раз. Жан, я вот по какому вопросу. Не кажется ли тебе, что ты как-то очень строга к персоналу? Нет, не кажется. Их надо в тонусе держать. А то они на голову сядут и не слезут. Ты наших людей плохо знаешь, им лишь бы деньги получать и ничего не делать. Но ведь в тонусе по-разному можно держать. Можно похвалить или помощь оказать. Ну вот, например, это продавец Лика, кажется. Но ты была с ней очень резко, довела девушку до слез. А тебе-то что до нее? Слезы, как известно, очищают организм. Так что плакать даже полезно. Ясно. Тогда хорошего вечера. Ну, пока. Даже не застегивается. Ну, что ж ты будешь делать? Давай, снимай. Что это за гардероб трехлетней давности? Ну, все маленькое. Ну что, отпросился? Да, разрешили взять отгул. Супер, отлично. Может, сходите с ним, не знаю, в зоопарк? Хочешь в зоопарк? Сходите с малышом в детский сад потом. Спроси, может, есть какие-то варианты. Ну, вдруг повезет. Артемка, побудешь сегодня с папой? Все, побежала. Сереж, у тебя через неделю будет зарплата. Давай купим одежду малышу, ладно? У него все маленькое. А что такое отгул? Я в зоопарке ни разу не был. А там слоны есть? Не знаю, не отставай. Слоны живут в Африке, да? Там очень жарко. А жираф длинной шеи есть? Почему у жирафа длинная шея? Это лучше видеть, да? Слушай, ты можешь, пожалуйста, помолчать? Идем. Ой, как уехала Ирка, так от нее ни слуху, ни духу. Хотя бы позвонила разок или письмо какое написала. Где она? Что с ней? Ну да. Ой, господи, одни расстройства
с этими детьми. Воспитывай их, воспитывай. Ночи не спи. А благодарности ноль. Пап, ты же обещал зарплату. Доброе утро. Доброе, доброе. Ну, доброе, ну или не доброе. Это мы еще поглядим, чего пришел. Пришел, чтобы вы, как человек на пенсии и с уймой свободного времени, посвятили его хотя бы частично своему собственному внуку. Мне на работу пора. Ну, я же объясняла тебе в прошлый раз, что нету сил у меня с ним справляться, здоровье не то. Теперь ваш черед. Понятно. К совести взывать бесполезно. До вечера пускай вас побудет. Только погляди, а? Ну и отец у тебя. Ну что мне с тобой делать, а? Да, я тебя пойду покормлю. Покорми, покорми. Ох-хо-хо-хо-хо. Ну вот, мы на месте. Вот на чем ездить надо. Экологически чистый транспорт. Между прочим, этот транспорт возит твоего коммерческого директора. Да? Молодец, парень. Папочка, ну это не солидно. Давай ради меня попробуем чуть-чуть перевоспитать Бориса. Для начала купим ему служебную машину. Классная идея, да? Я займусь, ладно? Погоди, погоди. Дорогая моя, а тебе не кажется, что покупка автомобиля слишком дорогое удовольствие для того, чтобы обратить на себя внимание? Может, есть какой-то более бюджетный способ? Ну, папуля, ну, можно же взять не новую, а немножечко подержанную. Лисичка, пойдем. Привет, припаркуй, пожалуйста. Деточка, а где у вас тут счастье продается? Не поняла. А что тут понимать? На дверях написано. Корзина для счастья. Корзину я взяла. А где счастье искать? В каком отделе? Ну, для счастья каждому разное нужно, разве не так? Это так, деточка. Шучу я. Ой, посмотри-ка мне кефирчик посвежее, а то мои глаза что-то плохо видят. Вот. Возьмите. Спасибо, милая. Счастья тебе, какого сама хочешь. Спасибо. А вам здоровья. Спасибо. Привет. Привет. Сама сегодня? Да. Вчера получила по первое число. Да и ты тоже ни за что, ни про что. Да ничего, переживу. А с кем Тёму сейчас оставила? Тёма? О!